Май 2020 года. Нашла я в старом доме ящик со всякими бутылочками. Ну и вот собираюсь их помыть. Вот, например, вот такая вот бутылочка есть. Такая какая-то стеклянная, это все стекло. Вот, вот такая. Мне кажется, что такая-то середина 20 века. Еще в таких пузырьках в аптеке что-то продавали. Вот. Ой! Боже мой, не перебить все. Так, вот такая вот, я тут помню, тоже такая вот йод в таких продавали. Еще в старые времена. Вот такая вот бутылочка. Вот такая интересная, с широким горлышком. Тоже стеклянная. Бутылочка. А вот это вот вообще интересная такая кругленькая. Ой, у нее еще и ножки есть какие-то. Ой, ножки. Еще такое углубление у нее. Вот. Это даже не бутылочка, это какая-то там полость есть. Сейчас я покажу. Во-первых, вот такая у нее пробочка есть. Вот такой вот. А вот там внутри. Ой, а как же это показать? Вот это вот отверстие. Вот это отверстие в днище. Это что-то. Может, это светильник такой. Ну, в общем, интересная штука. Надо помыть. Потом посмотреть, что там еще. Такое голубоватое стекло, но надо помыть, потому что сейчас, конечно, ничего не видно. Такая вот. Что тут еще? Ага. Вот такая бутылочка есть. О, маленькая такая бутылочка интересной формы. Вот такая. Что такое-то? Малюсенькая. Или крышечка, или рюмочка. Непонятно, что. А вот синенькую какую-то бутылочку нашла. Конечно, ничего не видно, что она грязная. Вот помою, покажу. Вот такая вот бутылочка. А это от духов вообще, от каких-то. Ландыш. Духи Ландыш. Не видно здесь. Вон. Духи Ландыш, по-моему, написано. А, не Ландыш. Долина. Подожди, может и не долина. В общем, по-моему, посмотрю, что.